преддверии 9 мая в Рыбинске стартует новое движение, направленное на почтение памяти солдат, сражавшихся за свободу Родины. Название этому добровольному шествию дали «Бессмертный полк», а главная его идея – организовать в День Победы большой парад всех родственников и знакомых с фотографиями своих солдат. Основная цель – это шествие, шествие на 9 мая. Показать всему миру, всему городу, всей стране, что мы не забываем про своих ветеранов. Это движение существует уже в более 600 населенных пунктов страны. В Рыбинске шествие пройдет во второй раз. На данном этапе идет подготовка для привлечения как можно большего количества участников. Координаторами бессмертного полка проводится огромная работа по агитированию населения. Принять участие в акции может любой желающий, и сделать это намного проще, чем кажется. На самом деле все просто. Алгоритм такой. Просто в семейном архиве нужно найти одну из фотографий своего ветерана. Да? То есть вот я нашла такую фотографию. Не обязательно, чтобы это было, да, старые фотографии или в военной форме. Если есть из последних лет жизни, да, вот в современном цветные фотографии, тоже все это можно сделать. Обязательно ее оцифруйте и превратите вот в такой вот плакатик. Пожелание к оформлению плаката, чтобы это был формат А3 с указанием фамилии, имя, отчество, звание и дат жизни. Если нет возможности указать звание, но не у каждого, да, есть, не обладая такой информацией, держи, пожалуйста. Вот. Можно, конечно, это не принципиально, можно хотя бы фамилию, имя, отчество и даты жизни. И 9 мая с этим транспарантом прийти на построение, которое будет организовано у универмага. Отзывчивость людей очень важна для подобных шествий, ведь скоро это станет единственным способом доказать, что никто не забыт, ничто не забыто. Конечно, не обязательно, но пожелание такое к людям, чтобы они были отзывчивы, чтобы распространяли информацию по своим родным, знакомым. Тем более, что все мы понимаем, что еще несколько лет, и мы будем, к сожалению, исключительно с плакатами ходить своих солдат, и вживую уже сказать им спасибо будет невозможно. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая? Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь. Ведь я твоя память. Ко Дню Победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построение бессмертного полка. Они должны пройти победным строем.